скажет, сущность предъявленного обвинения в совершении преступления предусмотрена статьей 105, часть 2, пункт А Уголовного кодекса Российской Федерации, понятно? Да, понятно. Виновным в связи с совершением преступления указанного признается? Признаю полностью. Угу. Что в ночь 6 на 7 марта я убил отца ударами киянки по голове, после задушил его, и после этого задушил мать.